Сегодня в областном историко-краеведческом музее открылась фотовыставка из фонда музея, посвященная Дню столицы. Ее цель – ознакомление актюбинцев с архитектурными достопримечательностями столицы. Отметим, что 6 мая в 1998 году столица Республики Казахстан была переименована в Астану. А 10 июня состоялась презентация новой столицы. Для тех, кто хочет посетить экспозицию, она будет работать ровно неделю. Как известно, 6 июля 1994 года было принято постановление Верховного Совета о переносе столицы из Алматы в Акмолу. А 10 декабря 1997 года был издан указ об объявлении Акмолы столицей Республики Казахстан. Сегодня наша столица очень яркая, сияющая яркими огнями, выглядит так, словно она всегда была столицей, и трудно поверить в то, что некогда провинциальный городок за 20 лет превратился в настоящую степную жемчужину, в одну из красивейших столиц мира.